Сверху возьми. Помощь детям, малоимущим, работа с трудными семьями, благотворительность. В республике сейчас около 1000 социально ориентированных некоммерческих организаций. В пандемийный год они потеряли часть спонсоров. На помощь пришли в общественной палате. Ни банки, ни НКО никогда с друг другом до этого не встречались. И, в общем-то, первое знакомство произошло благодаря этому году. И учиться работать, выстраивать отношения для тех и других было довольно серьезным вызовом, но зато есть результат. Татарстан занял второе место в рейтинге устойчивости НКО среди регионов страны. На российском уровне отличилась и инициатива Общественной палаты республики. Она привлекла на сентябрьских выборах к наблюдению известных блогеров. И это не единственный пример. Мы с вами реализовали впервые программу страхования всех членов УИКов и ТИКов. И это 22 тысячи человек, это единственный проект в России. И в сентябре, и летом, во время голосования по поправкам в Конституцию, палата готовила наблюдателей. Впервые они работали не один день, а сразу неделю. В итоге все без замечаний. Без них не обошлось во время контроля за реализацией национальных проектов. По основной своей массе это затягивание сроков и недофинансирование. То есть это не вина ни строителей, потому что сегодня понять можно те органы, финансовые органы, которые выделяют денежные ресурсы, им сегодня очень сложно. Такой контроль продолжится и в следующем году. 2021 для Татарстанской палаты станет юбилейным, 15-м. Планы не менее масштабные. Это и проведение года родных языков и народного единства, и работа с волонтерами движения «Ердам Енеше помощь рядом», плюс одна из ключевых задач – это привлечение молодежи к общественной работе. Салават Хумадуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.